друзья, разрешите представить вам Андрея Николаевича Савельева, доктора политических наук, депутата Государственной Думы 4-го созыва. Давайте поприветствуем. Сегодня Андрей Николаевич, день рождения. Андрей Николаевич, прошу вас, расскажите, пожалуйста, о вашей новой работе. Рад видеть друзей, соратников. Ну, какой же русский не купался на пляжах Кипра? Да? Это как бы самая доступная зарубежная территория, но подавляющее большинство, кто едет на Кипр, вообще о Кипре ничего не знают. Хотя вроде бы много всего, и обширные, многочисленные тысячи артефактов коллекции там, в Британском музее, в Метрополитен музее, на самом Кипре, в Никосии, в музее. До какого-то периода Кипр – это просто плоская территория, на которой не видно никаких остатков древней цивилизации. Как только европейцы начали раскапывать, начались археологические экспедиции, нашлось масса энтузиастов, как местных, так и далеких вообще от науки, которые копали где угодно, что угодно, выковыривали без всякого порядка, без всякой системы артефакты, потом продавали на черном рынке. Но все это только археология, то есть это не складывается в какие-то сюжеты. Мы можем предполагать только, что были там 10 царств, которые, несомненно, хотя этого нигде не зафиксировано, несомненно, воевали между собой. Те, кто интересуется моими книжками, может быть, кому-то показалось, что я политической, там, философской публицистики перешел к исторической. Это не так. Я уже довольно длительное время занимаюсь древней историей, и это лишь очередная книга из многих. Уже большого формата, с большим числом картинок. Вторая книжка – это «Древний Пелопоннес». Вот тоже здесь Микены, Спарта, Олимпия, Коринф и другие города. И «Древняя Фракия» – вот еще одна книжка. И еще одну книжку я не привез, она посвящена генеалогии гомеровских времен. Там большие такие генеалогические таблицы. Вот тоже эту генеалогическую таблицу в обычный книжный формат не вложишь. Надо вот именно такой большой формат. В целом я касался науки и гуманитарной в последние годы, а по образованию я инженер-физик и проработал в лаборатории немало, поэтому сложилась определенная методика, определенные подходы к, вообще к знанию. И этих подходов я зачастую не встречаю среди гуманитариев. То есть вот это хаотическое изложение, захлебывание информацией, то есть информации уже очень много. Но ее надо как-то систематизировать. Если взять все публикации о Древнем Кипре, то, ну, наверное, это будет много кубометров литературы. Но ее даже один человек освоить не может. То есть нужно делать выжимки. Здесь проведена работа, которая, к сожалению, не ведется официальной наукой, к которой я не отношусь. Она не интегрирует знания, не создает базы знаний. Если вы, например, по Древней Фракии захотите что-то узнать, попробуйте собрать все эти знания. Но нет обзорных публикаций. Я не знаю, почему вот официальная наука не формирует вот эти базы знаний и не складирует их под какую-то одну обложку. Кипр так и остается, в общем-то, загадочной цивилизацией, которая почти не раскрыта. Вы можете читать эту книгу, не имея специальных знаний. Наверное, переходим к вопросам.